Вы смотрите канал «Русский стиль». Мы находимся во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, где сегодня состоится открытие экспозиции «Российские дизайнеры» в рамках выставки «Кружево на показ» совместно с историком моды Александром Васильевым. Испокон веков, это наша традиция, это наша родина, поэтому, конечно же, кружево – это первоисточник нашего творчества. Наша выставка как раз посвящена метаморфозам кружевным, как кружево менялось его использование, потому что на самом деле все начиналось с металлического кружева, которым украшали только мужчин, то есть, опять же, не девушек. И только потом в нашей стране, и, ну, в принципе, не только, кружево становится вещью женской, тем, что радует барышень 19 века. Тяжело ли рисовать кружево? Вы знаете, тяжело. Я просто рисовал, когда-то копировал даже Кипренского, там каких-то старых мастеров и английских. И вот эти детали, это, конечно, внимание, очень тонкое письмо. И даже рисовать тяжело, я представляю, как это вышивать. Это вообще потрясающе. Ну, вам часто приходится рисовать кружево? Ну, мне приходится иногда, но я стараюсь избегать вот такие темы. Я обволакиваю своих моделей более мягкие, шелк, атлас, более выгодно для меня. Ну, им нравится, но когда они настаивают, приходится это делать. Ну, делаю так, как могу. Надеюсь, это нравится. Знаменитый вид русского кружева, плетения на коклюшках, вот таких вот деревянных палочках, зародился в Вологодской области в конце 18 века, а вскоре стал популярен на всю Европу. Вы знаете, кружево – это достаточно дорогое удовольствие, если оно настоящее. И могу вам сказать, что я в Вологде была на гастролях. Я думала, что вот я сейчас приду на фабрику, в магазин нас сюда привезли на экскурсию похвастаться. Я думала, что я сейчас себе куплю какую-то скатерть. Когда я увидела цену этому удивительному, это все произведение искусств, я смогла себе позволить только пижаму, отороченную кружевом. Thank you.
что предпочитаю очень необычные кружева. Мне нравится фактура, нравится плетение, нравится, когда в кружево добавляется шнур, расшивка натуральными камнями. Но это мое предпочтение. А скажите, а почему вы сегодня без кружева? Ну, честно говоря, я, во-первых, уже думала о том, что, наверное, надо было что-то. Ну, у меня так как такового кружева, во-первых, нет, кроме белья. Так что вопрос о том, что я сегодня не в кружеве, снимается. Я в кружеве, только его не видно. Для меня вот те стенды из нижнего белья, например, я просто глаз не могу оторвать, потому что я вообще очень большой фанат нижнего белья. У меня с этим даже такая, я думаю, уже скоро будет проблема, потому что это надо где-то хранить, а не просто еще носить. Нижнее белье, вот, тем более такого изысканного кроя? Конечно, белье требует особого навыка, специального оборудования. И, конечно, наверное, самая большая сложность – это разработка лекал, чтобы все это идеально садилось, чтобы это было удобно и комфортно для ежедневного ношения. Потому что, естественно, белье – это та вещь, которая присутствует с нами каждый день, и мы хотим, чтобы каждый день был изысканным, красивым, и любая девушка могла чувствовать себя уверенно, и в то же время ей должно быть комфортно от этой уверенности. I don't gotta take love.